Хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда и почтил этот дар, который Бог дал Игорю, и почтил его как человека. Хочу сказать спасибо большое вот вам, ребята. Спасибо всем, кто устроил этот праздник. Это на самом деле праздник для моей души. Я думала, я не досижу до своего выхода, мне очень тяжело говорить. Я... Просто каждая песня, которую вы слышите, это песня прожита через Игоря, через меня. Мы вместе часто с ним писали стихи, вместе шли все эти 30 лет, которые мы прожили. Чуть-чуть Яр не дожил до того момента, когда мы хотели повенчаться с ним. Мы хотели эти 30-летия отметить венчанием. Но я понимаю, что у Господа, как у Отца, у него все дети любимые. И каждый, который приходит к нему туда, он просто встречает с распростертыми объятиями, с любовью. Он ждет каждого там. Потому что на этой земле все равно мы не будем так счастливы, как там. И как мне не тяжело было отпускать его из своего сердца. И, наверное, до конца я никогда не смогу отпустить. Но я понимала, что это его сын. В первую очередь. И я хочу поблагодарить тебя, Отец, что ты дал мне его как подарок, чтобы я могла эти 30 лет помогать ему, осуществить это предназначение и призвание, которое было дано Игорю. Я хочу прочитать маленький стишок. У него очень много стихов было, которые он за год последний написал. Он их выставлял в контакты, может, некоторые из вас читали, но я хотела прочитать маленький стих, который он написал ровно год назад. Вот в этот день, год назад, он написал. «Из сердца в сердце нить надежды, тепло, блаженство, покров, одежда, любовь пленяет, обнимает, целует, любит, всех прощает. С любовью, слившись воедино, обречены все быть любимы. И мы, смиряясь, заступаясь, даем путь жизни, в жизнь влюбляясь. Живой любовью через крест на стих ответ, в чем суть любить других». И когда я выбирала стихи, я не хотела много занимать времени. Хотела просто еще прочитать кусочек стиха, который я написала за вот эти 5 месяцев, которые Игоря нет. Я очень тяжело пережила это, и мне нужно было куда-то излить душу. И я написала несколько стихов, и один из стихов, он очень такой, как сказать, очень интимный, наверное. Но кусочек стиха из этого стихотворения я хочу прочитать вам, потому что я даже не знала, что, Галечка, вы назовете фестиваль «Мы твои», потому что у меня в этом стихе как раз есть эти слова. Я обращалась к Игорю, чтобы вы понимали. «И смотришь ты на нас с небес, теперь без страха и сомнений, и в сердце лишь его любовь. И споров нет и мнений, что люди говорят и спорят, все растворяется в его любви, в ней все равны, в ней все твои». И я хочу поблагодарить всех, кто поет его песни, кто... просто любит его как человека, потому что я понимала, что это не моя собственность, это Божий Сын. И я благодарю за то, что Бог дал нам 3 детей. У нас есть внук, 2,5 годика. И я рада, что он его увидел, что он мог увидеть свое наследие. И то наследие, которое он оставил здесь, вот после себя, эти песни, стихи, и, наверное, много духовных у него детей. Я благодарю Бога за это. И спасибо вам за то, что вы пришли. Спасибо вам еще раз.